Хансен, Нил Форбрик, резервный арбитр. Меня зовут Александр Шмурнов. Пожалуй, с представлениями покончено. Пятая минута. Виллиан умеет попадать в дальние девятки. Если пробьет Давид Луис, то мяч полетит с Наклевым над стенкой. Удар Виллиана в дальний угол. И это гол! Должно было хватить реакции для того, чтобы такой мяч отразить. Давайте смотреть. Вовремя ли тронулся с места Льорис? Вот это движение. Видели? Вправо. Микроскопическое. Слегка буквально сполз со своей точки опоры, забыв про Архимеда. Льорис, вот он, тот неверный, тот шаг, который позволил Виллиану забить. Ну и блестящее исполнение, может быть, он не попал в девятку, а возможно, этого и не нужно было. Главное, в дальний угол уловив, и это тоже один из вариантов, одна из причин.